доброго дня. День рождения уже прошло Николая. Теперь делаем порядки. Светлана решила стулья мыть. В хате поубирали. Осталось стулья помыть. Светлана хочет сегодня порядок навести с тем виноградом. Так, Светлана? Да, если там еще его много, если хочешь, еще нарву. Конечно, не сегодня, а завтра хоть я могу еще нарвать. Да, стулья уже грязные. Надо их помыть. Мама в телечке сидит. Нам уже шторы со временем поменять. Снегири наши. А, ну да. Зимний вариант. Я, кстати, помыла эти верхние подушечки. Можно на них одеть снегири уже. Таня, еще рано. Все нету холода. Будет холодно, то тогда уже будут у нас снегири. На кухне, так? Там еще суп варит и картошку чистить. Грибы? Да еще, я думаю, не сварились. Там уже у наши барбосы в двери гатят. Скорее всего, что Чарлик уже лапой гатит. А ну-ка, кто? А ну. Ну, а, все. Кроме Доли. Кроме Доли. Не, и Доля выскочила, как пуля. И Доля, как пуля, выскочила. Помощники. Помощники повыбегали. Ну да, сейчас я прополоскаю. Сейчас я быстро все сполосну, небось. Напором все смоется. Я тут раз смывал. Они высыхали прекрасно, я даже тряпкой не вытирал. Даже не протерял тряпкой. Ну, так быстро их сполосну, а потом хорошо. Да, оставляй на порог. Террасу помыть на пороге. Доля загорает под забором. Пока есть солнышко, тепло, то нужно это все повымывать, то все. Ну, и чистенькие будут. Чарлик с Юлькой спрятались у мамы в тенек. Пока стулья там высыхают, я решил тёшки разобрать. Вот что-то он снизу вот здесь вот. Когда включаешь, вода вытекает. Что за проблема, не знаю. Может там что-то... Я ж не специалист, как говорится, но разобрать надо и посмотреть. Сейчас разберем и посмотрим, что там за проблема. Может, решим эту проблему. Я хочу машину помыть. Того раза, когда мы включали, сам был машину мыли, то он протекал. Сейчас снизу. Сейчас посмотрим. Ну, разобрать я разобрал. Может, уже кто-то сталкивался с этой ситуацией. Мне кажется, вот тут же шланг с водой. Вода, наверное, сюда идет. Потом, наверное, подача там и наверх идет. Ну да. Сюда вода, наверное, идет. А потом давление и сюда. И откуда она вытекает, я не знаю. Мне кажется, что я так не пойму. Мне надо тогда будет включать его. И тогда я пойму, откуда вода вытекает. Вот так вот, что толку с того, что я буду его разбирать и не пойму, откуда она вода вытекает. Сейчас я включу и буду смотреть, откуда водичка вытекает. Вот отсюда вода вытекает, видите, вот тут. Мне уже перевернуло, отсюда вода вытекает. Пробовал вот эти открутить и не могу открутить. Ну, я перевернул вон отсюда водичка. А что тут можно? О, видите, вот мокро. Ну, что тут такой-то клапан есть или что, я без понятия. Честно говоря, как бы так, чтобы там открутить, я не могу вот эти открутить. Так туго, что капут.
Ладно, я там попрошу у ребят, они там понимают. У них все прибамбасы есть, чтобы откручивать. Я вот, ну что, я этой отверткой пробовал, я не могу. Сильно туго. Попрошу пацанов, те, что занимаются этим, пускай посмотрят, или можно его справить. Закручиваю назад. Машину мыл. А Светлана тем временем взяла это виноград. Поперебирала вот некоторые виноград и хочу заморозить его. Надо было подождать. Не могла. Машину домыл бы и помог бы тебе. Ты смотри, уже и перец пообрывала, так, наш с огорода. Не, не перец, только то, что хорошие. И чеснок. А и вот смотри, вот этот я, понятно, сладкий, но вот этот. Этот он, по-моему, горьковатый. Ну, а я пробовал, он тоже какой-то такой сладкий. Ну, факт то, что он должен быть красный, так что его еще обрывать не надо. Там надо понять. Какой? Вот этот не будет красный, нет. Вот этот раз. Вот этот, ну там есть зеленый такой. Он а, нет, это пускай еще будет. Еще пока там солнце тоже есть, то. Да, там надо помидоры собрать уже. Все. Сейчас соберем. Я так... А, то ты себе понятно, и виноград собираешь, как говорится, моешь, и собираешь его. И мартини пьешь, да? Неплохо. Светлана бутылочку себе поставила и мартини попивает. Там, кстати, я подрезала немножко то, что ты посадил, хризантемы сухие. Потом на вечер хорошо полить, и они потом... Я полю. Так вот это ты будешь морозить, да, виноград? Угу. Ну да, это заморозить, остальное можно соку наделать. А там еще нарву, то тогда на компоты можно сделать. Ну. Там что-то вон винограда не нужно. Мороженое тоже мы варили зимой. Конечно. Ну, тоже хорошо. Воду набрал и... Главное, чтобы свет был. Закипятил, да. Главное, чтобы свет был, чтобы не выключали свет надолго. Надеемся, что... Ну, я имею в виду, зимой все равно нам, господи, нету проблем. На террасу ты выносил с холодильника, это морозы есть, то ничего страшного. Долынка, что ты хочешь? А? Дулик такой. А? Что ты хочешь? Что девочка хочет? Доля везде контролирует, везде успевает. Мирчик там с мамой печали. А Доля бегает за мной. А я ж забыл вчера, как положил мартини и кока-колу. А оно заморозилось. Это ж не водка, что там 40 градусов. Або виски. На мартини замерзло. Если бы я знала, что его положили туда. Я б не видела. Было... Не видела. Это красный, да? Да. Было белое, красное, белое выпили, а красное положил в морозилку. И так его забыл. Добр, что сегодня я открыл, а оно все во льду. Кока-кола то вообще... Я открывал крышку, то есть спускал. А вот до сих пор лед плавает. Хорошо, что я вспомнил. Она уже так надулась была. Кстати, сегодня было кисято также. Вера, надежда, любовь. Всех девочек, которые носят имя Веры. Женщины, сегодня любовь, праздник. Да. Вера, надежда, любовь. Всех здесь рядом. Всем здоровья. Я даже не знал, что сегодня праздник. Да? А где ты его знала? Я знала, у меня мама Люба была, бабушка Надя, 30 числа. Кстати, я и Наде написала сегодня с Индагар, тоже я сегодня день ангела. Я не знал. Я тоже ее попитаю. Я не знал, честно говоря. Ну, с цветочками навели порядок. Сегодня бумагу развернули. С этого букета, потому что Светлана говорит, что не нравится, когда в бумаге. Она говорит, чтобы цветы были без бумаги, без всякой той клеенки, бы они точно там такие были навязаны. Ну, конечно, они делают такие букеты специально. Обрезали тоже чуть-чуть стебелятой. И будут стоять. Это мамины цветочки. Это Светланкина. Ну, тоже красивый букетик. Такая корзина красивая. Да, вот этот цветок я посадил удачно. Он цветет все. А этот что-то так пропадает. Светлана его чуть пообрезала. И возле камина тоже порядок понаводил. Сегодня с утра все почистил. А этот уголь, что прогорел, то я под деревья набросал. Это хорошо как раз. Везде так понабрасывал.
Все чистенько, аккуратно, все убрал и все. Чистота и порядок. До следующего раза, когда будем шашлыки жарить. Одно яблочко осталось на дереве. Мне сейчас помидоры надо будет пообрывать. Это все повырывать. О, Светлана целый мешок мусора насобирала. Ну да, я пока машину мыла, тут порядок делала в огороде. Ну, сейчас я помогу, уже помидоры будем обрывать.